Добрый день, уважаемые садоводы, виноградари-любители. Сегодня у нас 15 марта 2021 года. Сегодня я хочу раскрыть такую тему, как раскрывка винограда весной. Укрыт он от, конкретно в нашем случае, 50-й градканью в два слоя. Нормально зимует, уже проверено не один год. Дышит, не страшно, не весенние заморозки, ничего. Чуть позже покажу, как уйти от весенних заморозков, как мы это все дело укрываем. Минус 5-6 выдерживает. Конечно, в прошлом году были аномальные возвратные заморозки 1, 2, 3 апреля. Минус 10 в нашем регионе доходило, Запорожская область, Бердянского района. То почки немного пострадали. А так минус 5-6 выдерживает элементарно, легко. 50-я градкань натягивается. Вот здесь вот шалаши. И 20 числах марта где-то это дело делается. И 10-11 мая мы уже снимаем, уже когда заморозки, опасность заморозка миновала, тогда уже снимаем и уходим от этих весенних заморозков. Очень нехитрая задумка, ну помогает, проверено не первый год. Когда открывать виноград? Ну, в каждом регионе по-разному. Так как укрыта градканью у нас, то он дышит, страха нет никакого, что почка может выпрыть. В земле, конечно, ситуация чуть иная. В прошлом году люди долго не открывали, у кого была укрыта землей, почка начала прорастать, проросла, потом ударили морозы, и в нашем регионе она подмерзла даже в земле. У нас в прошлом году тоже было аномальные заморозки, 1 апреля минус 10, 1, 2, 3, и почка пострадала. А минус 5-6 градусов позапрошлый год и аж позапрошлый выдерживает как бы легко, почка не страдает. Чуть позже я вам покажу, как это все дело делается. Снимается градкань, протягивается здесь на нижнюю проволоку, здесь и здесь натягивается наискось, пришпиливается через 2-3 метра шпильками, окучивается землей и до 10-11 мая стоит. При этом я сплю спокойно, не боюсь, что заморозки могут уничтожить виноград. Ну, конечно, в прошлом году не повезло. Заморозки были аж минус 10-11 градусов. Да, так что думайте сами, решайте сами. Но проверено годами укрытие градканью. До этого укрывали землей. Землей были проблемы. Было такое, что чуть и под привал виноград. А градканью нравится лучше. Она и дышит, и, в общем, я считаю, что так лучше, такой способ укрытия. А там решать вам. До скорой встречи, спасибо за внимание, подписывайтесь.